Я камень. Я живу самой лучшей жизнью на свете. Мне могут завидовать все камни в округе, потому что я нахожусь в райском месте. Я живу на пляже, и с утра меня греет солнышко. Я встречаю его, как оно встает из моря, просыпается, медленно освещает весь наш городок каменный. И все просыпаются, будят своих деток, и начинается жизнь. Вы знаете, я думаю, то, что каждый в ответе за свою жизнь. Я слышала, как ворчат камни вокруг лежащие. Они говорят, что им не нравится, что они как незамеченными остаются. Когда люди приходят на пляж, они ходят по ним, они топчутся, они кидают их. И оттого те камни некрасивые, они острые, они поломанные. Потому что они не видят этой прекрасной жизни. Они думают, что люди не замечают их и живут своей жизнью, а их лишь колят. А я знаю, что люди гуляют по пляжу, чтобы был для них массаж, но им приятно касаться нас. Они трогают нас. А вы знаете, вчера девочка приходила на пляж, она построила замок и взяла меня. Она выбрала меня как самый красивый камень на пляже и положила как звездочку наверх башни. Я стала еще ближе к солнцу. И знаете, я поняла, что жизнь — это что-то прекрасное, это подарок, и то, что неважно, какой я камень, красный или белый, или лежу я на яшмовом пляже, или на янтарном, или просто на сером. Я знаю, что когда-то мы были одно целое, возможно, мы были горой, скалой огромной, и мы все были вместе. Потом природа, она нас разбила, и мы стали пляжем. Зато теперь мы отрады для людей. И я каждый день вижу детей, которые играют со мной. Я каждый день вижу истории. И слушая то, о чем говорят эти люди, я понимаю, что все их проблемы — это пустяки. И самое главное — то, что я камень. И то, что я красивый камень. Потому что я знаю, что я красивый. И знаю, что если я захочу понравиться людям, то я им обязательно понравлюсь. И они обязательно проявят ко мне внимание. Молодцы! Молодцы, получается, у нас прям такие истории, знаете, уже, может, прям записывать. Можно я могу? Конечно.